Ну еще о происшествиях в регионе сейчас расскажет сотрудник пресс-службы МВД России по Ярославской области Антон Смирнов. Он выходит на прямую связь со студией. Антон, добрый день. Ждем от вас информации. Иван, здравствуйте. За прошедшие сутки на территории Ярославской области зарегистрировано 27 сообщений о преступлениях. 22 из них раскрыты в течение дежурных суток. В Рыбинске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в разбойном нападении. Ранее в полицию с заявлением обратилась 54-летняя местная жительница. О том, что в вечернее время за ней в лифт проследовал неизвестный и, демонстрируя нож, направленный в ее сторону, высказал требование передачи ему денег в сумме 200 рублей. Женщина сумела вырваться и убежать. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками ОМОН установлен и задержан подозреваемый, ранее неоднократно судимый житель города Рыбинска. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что должен был отдать долг, и ему не хватало 200 рублей. Именно поэтому он и пошел на это преступление. Если вы пострадали от действий преступников или же являетесь свидетелем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию, позвонив по телефону 02, с сотового телефона 102, телефон доверия УМВД России по Ярославской области 73 10 50. Иван? Да, Антон, спасибо. На прямой связи со студией был сотрудник пресс-службы МВД России по Ярославской области Антон Смирнов.